К нам пришел миллионер из Балашихи или Балашихи, тут на ваше усмотрение. Добрый вечер. На весенних улицах день от солнца жмурится. Пух играет в салочки с майским ветерком. Ты идешь в компании в юбке из Испании, тротуар печатая тонким каблучком. Вообще тебя стали узнавать на улице как-то люди? Или стал ли ты заметен как-то в бизнес-кругах, в бизнес-сообществе? Завы магазинами, розы шлют корзинами, и звонит настойчиво белый телефон. Аджигиты страстные, над собой невластные, по трубе в отчаянии лезут на балкон. Самая красивая девушка в Балашихе, и зачем такую дочь мама родила? Что же ты негодная, и тусовку модную, и шпану залетную всех с ума свела? А у тебя очень много людей в подчинении. Вообще, как тебе удавалось этих людей мотивировать, сделать так, чтобы они слушались тебя и помогали тебе? Я их убил. Что? Прежних, ленивых, немотивированных, не смотрящих завтрашний день оболтусов. И теперь они как фениксы. Восстали из пепла и могут стать топ-менеджерами в любой крупной компании, в любой стране. Ты ж неблагодарная, хитрая, коварная. Любишь лишь шампанское с розовым суфле. И того высокого, о, крутого сокола с голливудским профилем, с белым шевроле. Самая красивая девушка в Балашихе, и зачем такую дочь мама родила? Что же ты негодная, и тусовку модную, и шпану залетную всех с ума свела? Будущее – это необитаемый остров, в котором мы плывем на корабле «Надежда». А если вдруг вы оступитесь и будете падать со скалы в пропасть, начните махать руками, вдруг полетите.